Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» напоминает, что до 30 апреля жители Самарской области могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Нужно перейти на сайт голосования, авторизироваться, используя учетные данные госуслуг, выбрать понравившийся проект и проголосовать. Выбирайте набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить. Администрация Самарского района предлагает жителям сообщать о любых проблемах и делиться своим мнением с органами власти в приложении «Госуслуги решаем вместе». Отправьте обращение, если видите мусор во дворе, не ремонтируют ямы на дороге, сломана детская площадка, плохое освещение на улице, автобус едет не по расписанию, не получается записаться к врачу, не устраивает качество питания в школе, возникли проблемы с выплатами на детей. Укажите точку на карте, сделайте фото или видео и опишите ситуацию. Обращение получат ответственные службы. Исполнитель сообщит о результатах решения проблемы. Если результат или ответ от ведомства не устроил, верните обращение, его рассмотрят повторно. Администрация Кировского района сообщает, что 31 марта в 12:30 на стадионе «Металлург» пройдет матч 4-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд между ЖФК «Крылья Советов» и ЖФК «Спартак» город Москва. До начала матча предусмотрены развлекательные программы для детей, интерактивные площадки, выступления музыкальных коллективов и бесплатные чай и сладости. Зрителям с фан-айди будут предоставлены билеты на футбольный матч «Крылья Советов» «Рубин», который состоится 14 апреля на стадионе «Самара-Арена».